Этот день точно войдет в историю алтайского спорта. Дебютные старты олимпийского уровня прошли в субботу для двух наших спортсменов. Конькобежец Виктор Муштаков – главный объект алтайских надежд. Дистанция на 500 метров – коронная для парня. На последнем Кубке мира перед Новым годом он выиграл эту дистанцию. Победу ждали и в этот раз. Но лишь 9-й результат из 30. Выложился на все 100, но форма ушла. Бег не сложился, много сбоев. Силы закончились после 250 метров, увы. Ну тут и психологический фактор, и технический. Ну и как он еще сам звонил, говорил, что ну, после того, как переболел в начале января, форма та, которая была в конце декабря, когда он Кубок мира выиграл, так что-то и не пришла к нему. После того Кубка мира Виктора подкосила травма. Восстановиться на 100% он не успел. После разгона, прям вот после первых 100 метров, прям как бы большой оптимизм был. 9.45 разогнался, и быстрее только китаец 9.42. Микросбоев было очень много, да, микросбоев, и очень зажат был. Ну да, психологически давило очень сильно на него. После дебюта Виктор скажет: «Не думал, что так может получиться на самом главном старте в моей карьере». Но если Муштакова больше подвела физика, вторую нашу надежду биатлониста Даниила Серохвостова – психология. Он дебютировал на дистанции 10 километров – спринт с двумя огневыми рубежами. Спортсмен не болен и был в отличной форме, но сказался опыт. И еще одна причина – природный фактор. На пристрелке было солнечно, биатлонисты подстроились под этот цвет. Но Даниила, как бывает с дебютантами, отправляет стартовать в последней группе. К тому времени солнце в Пекине уже заходило и включалось искусственное освещение. И это сильно повлияло на стрельбу, объяснил нам один из преподавателей Даниила Виктор Кучеров. Когда освещение меняется, средняя точка попадания пули в мишень смещается в зависимости от освещения. Вот. С этим одним бы он справился, но когда еще такой порывистый ветер, то есть, ну, если честно, там видели, да, то есть великие, как бы, это столько промахов делали. Пока у меня только расстройство, больше ничего. На самом деле я мог закрыть два последних, но первый промах ушел выше, а в случае со вторым я поторопился. Я думал, что выступлю сегодня намного лучше, даже с теми же двумя промахами. Не могу сказать, почему так. Возможно, так давит высота, а может быть, это упущение в подготовке к играм. На следующий день Данил Серохвостов побежал гонку преследования на 12,5 километров. Чудо не произошло. 39 место. Но что приятно, из 58. Но на этом выступление наших спортсменов на Олимпиаде не закончилось. Завтра у биатлонистов эстафетная гонка. Выступит ли на ней Серохвостов, узнаем скоро. А 18 февраля конькобежец Виктор Муштаков побежит на дистанции 1000 метров. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.